С грядущим юбилеем Виктора Алихоносова, почетного гражданина города, поздравил мэр Краснодара. Он выразил признательность писателю за его литературную и общественную деятельность. Владимир Еланов отметил, что она помогает сохранить в городе связь поколений и казачий дух. По инициативе Алихоносова началось строительство мемориального комплекса Корнилову и жертвам гражданской войны. Также мэр вручил имениннику ценные подарки и объявил о главном сюрпризе. Алихоносову помогут выпустить в свет новую книгу, над которой он работал последние несколько лет. Средства и издательства уже найдены. С сегодняшнего дня эта оплата идет, и одно из издательств наших самых знаменитых в России, Владимир Даль, Владимир Даль, приступает к выпуску его новой книги. Это, я знаю, огромное желание, и сегодня, вот накануне юбилея, я хочу сообщить о том, что вопрос этот решен. В честь вас, в честь вашего юбилея, в честь нашего большого писателя, человека, который прославил наш город. У меня с мэрией, с городской думой на протяжении всех этих лет были замечательные отношения и рабочие отношения. И я как редактор журнала испытывал поддержку, хотя это краевой журнал, но именно городская власть тоже помогала существованию нашего журнала. Замечательные такие творческие, гражданские, личные отношения. Я очень низко кланяюсь, просто это так меня трогает. Я, конечно, это не забуду. Спасибо большое. Поздравить юбиляра также пришли работники городских библиотек, представители Гордумы, руководители Краевого департамента информационной политики и Министерства культуры. Юные артисты подготовили свой творческий подарок, исполнили казачьи песни. После завершения официальной части общение продолжилось уже в неформальной обстановке за чашкой чая. Владимир Евланов и Виктор Алихоносов обсудили вопросы развития культуры, сохранения исторического наследия и творческие планы писателя.